Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим программу, которая называется Dog Wallet, и начнем мы с версии на PC. Итак, вот так вот выглядит наше окошечко. Вот мы все нажимаем далее, далее, далее. Это сразу после установки и нажимаем перейти в приложение. Вот, переход в приложение. Здесь нам надо зарегистрироваться. Вот, значит, ввести свой email, два раза пароль и ввести код. Вот, ну, сейчас я вам расскажу, как же ввести этот код. Итак, мы на iPad пишем пароль, который мы заранее уже придумали. Вводим еще раз пароль наш. Теперь здесь мы вводим наш электронный адрес. Здесь нам на email приходит код, мы его тоже ввели. Вот, теперь мы вводим название купона, который я вам дам под описанием в этом видео. Синхронизируем и нажимаем «Добавить новое устройство». Теперь этот код вводим на компьютере. Вот, ввели мы этот код на компьютере, который был на iPad. Вот, идет подготовка, заканчивается. Мы должны сравнить код с кодом на iPad. Вот, теперь можем попробовать добавить наш первый файл. Нажимаем «Импорт», добавляем файл, нажимаем «Синхронизировать», возвращаемся на наш iPad, нажимаем тоже «Синхронизировать». Синхронизируемся, у нас появился наш новый файл. Вот, мы его открываем, но он почему-то недоступен. Не знаю, может, Word он не читает. Вот, ну такая вот программка. Всем спасибо, пока.